книги принеси. Короче, у нас утро началось не очень хорошо. Фонарик снесли, да? Гриша снес. Гриша снес фонарик. Даже две карточки удаления. Антоха сделал сегодня карточки. Вот это фонарик. Удаление, Гриша! Ну, а что делать? Иди неси туда на стол под виноград. Мам, удаление! Удаление кого? Гриши или фонарика? Антоха сегодня сделал карточки, хочет подарить их тренеру, да, по футболу. Они вообще, мне кажется, должны вот так на 9 где-то быть, а вот здесь как на 4, вот такие тоненькие, но длинненькие. Нет, да? Нет. Ой, я даже поцарапался. Покажи, дай я гляну. Ничего себе, тут комары тебя укусили. Покажи. Глянь на спине. Ничего себе. Это что за комары-мутанты? Так, детки, вы где-то туда ворота переставляете, наверное, вот сюда вот, хорошо? А мы уже что-то и не хочу я больше играть. Да? Да. Вторые ворота уже папа сделал, но без укреплений, да? Да. Вчера да, он... Они на укреплениях, и глянь, без... Да, вот две добавил, вот, и сверху, да, одну, но она как бы все равно провисает. Надо бы, если бы еще и здесь бы, да? А, и так нормально. Нормально? Мамуля уже довязывает. И домой, да? Отдыхать. Да. Это ж вы вот туда приезжаете с рынка и не спите, да? А сейчас теперь в обед, как в садике. Покажи, мама сегодня даже маникюр сделала. Ну, вчера, да? Да. Григорий тут играет, да? Расскажи, они тут так интересно построили домишки и... Ну, это как будто комната, это мебель, да? Из лего диван, телевизор, стол. Это что такое? Ну, пальмочка возле бассейна? Нет, зона просто. Зона отдыха, а это что такое? Тренажерный зал? Нет, какой? Ну, типа, это, вот это если убрать, то будет как будто беговая дорожка. Вот это если такое... Какая беговая? Мам, вот это как лазер, который изучает всякие золотые моменты. А, это что-то изучание. Это какое-то оружие, наверное. Оружие. Да, сколько я всего нашел. И снайперки, и автоматы, и арбалеты. Как я сделала, да, кстати, глянь. Уже никто не запускает этот. Это нужна была игрушка на 5 минут, да? Смотри. Что это? Это такая, ну, как пипалька. Ее круто можно на арбалет прицепить, и тогда тоже будет красиво. А можно на катану. Сейчас будем готовить. Как кунг-фу такая получилась. Угу. Короче, здесь у нас город Лего. Мама, иди ко мне. Иду. Тошка спит. Мишель? Думаешь? О том, как ты завтра пойдешь, да? Так, стишок ты помнишь? Он тоже рассказывает стишок на линейке. Ну-ка, расскажи. Зазвенел звонок веселый наш учитель у доски. Мы пришли сегодня в школу, мы теперь ученики. Все тебе хлопают, да? А ты? А я буду выступать. А Гриша будет там тоже выступать на линейке. Нет, нет. Это да, папа? Угу. Ну да, я выступать. Карате. Да. Показательное выступление. Благо, помнишь, никуда не надо ехать, да? Знаешь, это помнишь, мы ездили в ту школу? В Кореновск? Нет, не в Кореновск, 37-ю? Да. Ну, где Серега. И мы вот так с Панченко держали этим. Так мы опять будем. А, держали, чтобы кто-то разбивал. Только не да? с Савельевым, а с Дальней, в общем, будут разбивать. Смотрю, я думаю, 3 хватит.
Так, помните, мы заказывали справку в соцзащите? Вот сейчас едем ее забирать, потому что я тут подумала о том, что если ее сегодня не забрать, то с понедельника у меня тоже начнется учебный год. Нужно будет возить детей, причем Антоха в первую смену, Гришка во вторую, и поехать в Динскую. Я даже не знаю, когда, потому что то один ребенок будет дома, то другой. Учить уроки все равно нужно, приучаться, заниматься. Поэтому сегодня крайний день забрать справку. Уже доделать все документы, сдать все справки, чтобы было все нормально. Сегодня ты должна нам сделать пряники. Да, потому что всем сделали, а детям не сделали. Да? И еще букеты я выберу моей учительнице. Да, правильно. Все, детки садятся, сейчас поедем за справкой. Они без маек, потому что жара у нас, и мы сейчас, они посидят в машине. Лютая, да? Жара. Лютая, пристегивайся. Фото жара. Тут клево поливаются поля. У нас тут примерка. У нас прям примерка к 1 сентября. Все готовимся. Это твои, да? Это, не, туфли, да, твои. И жилетка есть? Лучше их прежде всего надевать, потому что я фиг натяну штаны. Да? Так тебе помочь? Да, мне тем более... Ну, потому что сядь на пол, тебе так будет неудобно сейчас. Какой стишок, расскажи. Нет. Ну, расскажи, нет. Давай повторим. Зазвенел? Громко, давай. Зазвенел, нет. Зазвенел звонок веселый наш учителю доски. Мы... Что ты вот так будешь рассказывать? Мы с ума все сходим. Понятно. Слова. Мам, я забыл, да. Так если ты забыл, Антош, тогда не пойдешь рассказывать. Давай, зазвенел. А, Гриш, все, прекрати. Ладно. Давай посерьезней. Зазвенел звонок веселый, наш учитель любовский. Мы идем... Антош, вот мне это не нравится. Здравствуйте. Вот это вот нет, родня, это мы все достали из пакета и сегодня примеряли. Все к 1 сентября, но дети, к сожалению, вывели мать. Мать разозлилась. Я сама кричу. А, я сама кричу, родня. Просто закричала. Ну, купим, значит, попозже, хорошо? Маргарита, иди покажи, что ты мне подарила. Маргариточка, а понял, подарила мне... Это уже у вас пятница. Сказала это с любовью, да, Маргарита? А у нас дождь начался. 1 сентября же. В нашей школе, я видела, там бантики повесили. А в другой школе прям стулья уже стоят. И вот сейчас вот это все, конечно, намочится. Вот, и я иду за Антохой забирать его с этого... футбола, потому что дождь. Я его только отвезла, пока съездила в магазин, уже дождь. Или здесь его не... Да нет, поменьше, но идет. Вон Андоха идет, а мама тут сидит, чтоб под дождем не мокнуть. Вот справку сразу положила из машины, вернее, даже не доставала, чтобы не забыть. Сказала Антохе сразу положить пилотку, чтобы тоже не забыть. В общем, тут куча вещей у нас. Чего, не успели потренироваться, да? Дождь пошел. Только первое движение сделали. Да? Не сделали даже. Он уже начался. Угу. У них-то есть же зал, можно позаниматься. Да? У нас, видишь... Только здесь. Угу. Перевели на понедельник, то в 6. Да? Тоже в 6? Хорошо. Так что я думаю, мы пятницу перенесем на субботу, да? Папа натягивает сетку, ответственный момент. А ты уже натянул? Мы сейчас будем работать. Мячик не проскочит. Пап, можно я попробую? Гол забить, Афоня, только за... Та-да-да-дам! Смотрите, что мы сейчас с виноградом руками делаем. Угу. Удочки. Удочки. Да, вот такие виноградинки. Вот что у меня получилось. Разобрала целый букет роз. Добавила груши, лимоны, персики. Вот этот тяжелее с лимоном, я его Григорию. Вот третий Б, ну, the best получилось, потому что цифр мы не нашли. Получился вот такой вот третий Б.
Вот такой вот букет Гриша завтра подарит учительнице. Это вот Антошкин букет, он полегче. Поэтому это для Антохи, Татьяне Владимировне. Вот такая вот красота.